Еще недавно на этом месте шла бойкая торговля в палатках, но теперь территорию готовят к созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Рядом с остановкой метро «Кировская» на месте вещевого рынка появится удобная конечная остановка для межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с комфортной пересадкой на городские маршруты общественного транспорта, которые обеспечивают доступность всех районов Самары. Здесь же пассажиры смогут без проблем пересаживаться на метро и на пригородные электропоезда, которые отходят с платформы «Пятилетка». Территория достаточно сложная. Здесь есть муниципальная земля, здесь есть земля, которая находится в частной собственности. Здесь и линия ОДС, железная дорога, оборонные предприятия. Очень много жалоб было на торговлю вдоль улично-дорожной сети и от жителей, и от посетителей, и от заводчан. Очень много, что не пройти, не проехать. Сейчас мы с этой темой разбираемся. Правая сторона проспекта Кирова очищена. Сейчас там будем приводить порядок, вывозить мусор. Но хочу сразу предупредить жителей, хочу сразу предупредить людей, кто осуществляет торговлю на противоположной стороне проспекта Кирова. Освобождение земельных участков будет продолжаться, потому что эта земля нужна для развития города. Здесь происходит пересечение всех видов транспорта: и станция метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и электрички. Это место является самым удобным, поэтому оно и было выбрано. На данный момент ведутся работы с предпринимателями. Социально ориентированный бизнес идет нам навстречу. Здесь мы совместно организуем разворотные площадки, здания непосредственно вокзала. И убираем всю незаконную торговлю, чтобы расчистить максимально территорию и сделать ее комфортной и удобной для жителей города. Также сейчас прорабатывается вопрос по обустройству дополнительных парковочных мест вблизи завода «Кузнецов» вдоль заводского шоссе и проспекта Кирова. Схема организации транспортного движения находится на стадии редактирования и согласования. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.